столичную 9-ю школу сегодня привезли очередную партию рециркуляторов. До конца недели приборы для очистки воздуха будут работать во всех начальных классах. Яна Раховская с подробностями. Возле новогодней елки в школе номер 9 этим утром появились подарки. Непростые, антикоронавирусные. В коробках рециркуляторы для очистки воздуха. За полчаса работы в помещении такой подарочек обезвредит до 90% всех бактерий и вирусов. Мы проводили небольшой эксперимент. Я находилась в кабинете в течение 3 часов. Очень комфортно, спокойно работается. 18 рециркуляторов – это уже вторая партия. Первую в 9-ю школу привезли еще месяц назад. Очистители как раз успели установить перед началом второй четверти. Хватило их тогда только на первые классы. В школе их 6. Вторая партия пойдет для вторых, третьих и четвертых классов. До прихода детей в класс у нас проветривание класса происходит. Когда дети заходят в помещение, включаем рециркуляторы. Они работают на всех уроках, кроме перемен. Они бесшумовые, поэтому на уроки детям они не мешают. В школе сейчас в очном режиме по-прежнему учатся только первые и четвертые классы. Что такое рециркуляторы и для чего они нужны, ответят даже первоклассники. Правда, слово это выговорить не всегда получается. Это циркулятор. Для того, чтобы удалять микроб и было чисто. А как называется это? Конкулятор. За 2 дня рециркуляторы здесь установят в 20 учебных классах. Очистители воздуха местного производства. Их выпускает предприятие в Бендерах. До конца года рециркуляторы появятся во всех начальных классах по всей республике. Яна Раховская и Михаил Нестеровский. ТСВ.